Господа, сейчас перед вами выступит представитель шансон-квартета, который пришел в единственном числе, к сожалению. Весь его квартет отдыхает. Иванов Запольский приглашается к микрофону. Прошу его. Сейчас нужно немножко прийти к Аркадию Северову. Да? Давно пора. Поэтому я исполню песню, которая вошла в кинофильм «Азиат». Лен Филипп искал, где бы найти такую песню, чтобы не было тюремной тематики. И вот у меня нашлась такая песня, она называется «Люся». Я тебе признаюсь, Люся, для тебя одной кручусь, я для тебя стараюсь в меру сил. Я купил у этих гадов тебе модные наряды, чтобы ты имела клёвый стиль. Люся, 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 для тебя кручусь я, без тебя мне прожить и дня. Небритый полупьяный, а больше нет изъянов, ведь больше нет изъянов у меня. Ну а деньги как ты сыщешь, где найти все эти тысячи? Заработай так легко сказать. Приходилось мне вертеться, а куда прикажешь деться и немного даже оборовать. Люся, 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 для тебя кручусь я, без тебя мне не прожить и дня. Небритый полупьяный, а больше нет изъяна у меня. И одел, как королеву, а товар-то все был левый, это тоже надо понимать. Мне дома вещи эти все с себя снимать. Люся, 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 для тебя кручусь я, без тебя мне не прожить и дня. Небритый, полупьяный, а больше нет изъянов, и больше нет изъянов у меня. Зачем же мною ты пренебрегла?